Мы направляемся встречать рассвет. Здорово. Зил там не был еще. И мы должны показать красивые кадры. Прям да, вообще. Ну и съездить тоже туда. Ну и съездить туда, поэтому будем на связи. Ну а Зил там остался ночевать. Ну такой ночью идешь в горе, а там что-то шебуршит. Представляете? Надо быстрее идти в горку, чтобы согреться. Блин, ну там свет горит в тачке, то я оставил. Слушайтесь вот этот звук. Ну как тебе? Видон? Standing on the front porch and the wind begins to howl. And you know you ought to move, but you just can't remember how. When it's only been a but it feels like it's been days. Rest assured, my pretty baby. Stuff here. Rest assured, my pretty baby. Everybody pays. Oh, everybody pays. Bar and the band is setting up while your friends are shooting pool and falling deep into their cups while you're showing them your back and trying to wish them all away. Rest assured, my pretty baby. Rest assured, my pretty baby. Everybody pays. Да, у нас там вон завод облака делает. Всем привет. Здорово. Мы встретили рассвет на горе, вот здесь, в этом красивом месте, вы уже успели повидать всего здесь вокруг, вместе с нами. Вообще отлично. Очень запомнился момент, когда вылазило солнышко, появлялись первые вот эти вот такие лучики, да, мы это сумели заснять. Мне запомнилось, как мы ехали по трассе, я спал на боковом сиденье, было так тихенько, спокойненько, ровненько, я просыпаюсь от того, что нас вот так вот колбасит в разные стороны, у меня эти ноги туда-сюда, я думаю, что, где, куда он меня завез? Но все обошлось, мы добрались, чуть поспали и сделали прекрасный подъем на эту гору, насладились восходом солнца, а сейчас наслаждаемся его теплотой, потому что поначалу было ветрено. Мне очень еще запомнилось пройти ночью. Вы это увидите. Это там есть. Это было нечто. Рысь? Вообще, весь этот путь, он такой интересный был. Немножко страшновато. И так ты ночью идешь. Сауся. Ну и сауся, ну так. Дрожала крыху. Потряхивала. Ладненько, погреемся еще, будем собираться. Да, да. Чао, бомбина, сори.